должна была это сделать для него. Коррупция, бесхозяйственность, есть какой-то подвиг, но на тот момент я об этом вообще так не думала, что ну какой подвиг? Он поехал по разным городам, большим и маленьким. Спасибо вам большое. Что вы с нами в целом. Ну, я думаю, что здесь все собрались солидарные, которые хотят выбрать, поменять власть, выбрать другого президента, потому что Лукашенко уже просто за гранью это все. У нас, понимаете, сейчас в Беларуси такая ситуация сложилась. Ну, это, конечно, на моем мнении, что все равно за кого, лишь бы не за него. Проснулись, потому что кто-то нашелся человек, который поднял народ, поднял знамя для того, чтобы мы объединились.